По этой высотной мачте можно догадаться, что хозяин дома, если не изобретатель, то любитель радиотехники и электроники. Уже несколько десятилетий Сергей Волковинский ловит радиоволны со всего мира, разговаривает о погоде и настроениях с людьми из других городов. Радио 6 Борис Василий. Вас приглашает Роман Антон 9, Федор, Ольга, Радио. Радио Анна 9, Федор, Ольга, Роман для вас на приеме. Нахожусь я в городе Перми. Город Пермь, Сергей. Как Елизавета принята в Краснодаре? Пожалуйста, слушаю вас на приеме. Принято отлично, Сергей. Спасибо за проведенную радиосвязь. Желаю вам крепкого здоровья и удачи. Увлекаться радио Сергей начал еще в школе, посещал станцию юных техников. Бережно хранит газетные вырезки о победах на соревнованиях. Радиоспорт – это удовольствие и зарядка для мозга, отмечает Сергей. Важно обладать отличным слухом и способностью быстро передать информацию в заданную точку. Самая дальняя точка, которая у меня происходила, это я слышал сам себя, то есть вокруг земного шарика. Вот вы понимаете. То есть связь, ограничений нету. Говоришь, алло? И тут же переходишь на прием, и ты успеваешь, алло, услышать свое. Спортсмены соревнуются как дистанционно, не выходя из дома, так и на выезде. Сегодня популярно ориентирование на местности. Этот вид соревнований радиолюбители называют охотой на лис. Задача спортсмена по маячкам найти лису, то есть спрятанный радиосигнал. В прошлом году команда пермяков стала лучшей в российских состязаниях, а Сергей получил звание мастер спорта. Сейчас я осваиваю Луну. То есть лунная связь, это у нас есть, это когда направляешь антенну на Луну, вот, она, сигнал отражается, приходит на Землю, только уже на другую сторону Земли, допустим, там, вот, и связываешься с другим корреспондентом. Это очень сложно. Радиоспортом в Перми увлекаются около 600 человек. Это люди разного возраста, от мала до велика. Спортсменов разделяют на операторов, принимающих сигналы, и конструкторов, создающих и модернизирующих аппаратуру. Основы радиотехники и механики для них обязательное знание. А хорошая антенна, транзистор, усилитель – то, с чего можно начать.